Я все-таки смотрю за российскими программами, я смотрю российские каналы. Состояние юмора ужасающее. Люди шутят на такие темы и так плохо, что это просто не смешно. Показывают этот накладной смех, эти резиновые улыбки. Ты следишь за коллегами по цеху, россиянами? Вот ты смотришь, чем они занимаются? Да, я смотрю. И, конечно, реально мне это смешно. Да. Ну, знаете, вот типа шутки такого плана, там, какому-то автору, я не помню, как-то фамилия такая. Он написал там 100 монологов про тещу, там что-то. И Регина Дубовицкая, значит, вручает ему молоток, дарит и говорит, чтобы юмор был забойный. Ну, такие, знаешь, вот я когда-то, снимаясь в этих мюзиклах, вот я помню какой-то мюзикл, но уже я не мог читать этот текст, который, угу. Ну, это просто какой-то ужас. Не надо читать, ты импровизационно. Не, ну, я там, конечно, слава богу, что это переделаю. Я читаю так, спасибо, на колобок не намажешь, там, или там, благодарю, хрю-хрю. Я говорю, вы можете мне позвать вот человека, кто это пишет вообще, да? И кому смешно будет это? Ну, вот, благодарю, хрю-хрю. И потом, конечно, мы с этого издеваемся, и мне нужно эту реплику сказать, потому что это мы зависим от ответа, ну, второго персонажа, понимаешь? И я, конечно, уже выдумываю и говорю, как сказала моя одноклассница Крошечка Хаврошечка, ну, такое же дурное, спасибо, на колобок не намажешь. И думаешь, боже, какой идиотизм. И ты знаешь, я вот настолько от этого устал, что на какой-то момент сказал, я больше в этом участвовать не могу.